друзья, всем привет! Вы на канале Рыбачьи Удовольствия, город Герой Мурманск. Сегодня поехали мы опять за треской в Баренцево море. Я Сережа, и Сережа тоже. Так что заправились, прицепили лодочку. Лодочка вот там сзади, может, видно всем. Так что поехали мы в Росляково, будем выходить в сторону восточного Кельдина. Попробуем сегодня на метрах на 120-130 половить треску, как Вилли это сделал в прошлый раз. Так что и мы в этот раз попробуем так. Посмотри на себя-то, блядь. Да, друзья, слепанулись мы сегодня очень быстро. Пойдем мы начнем с западного Кельдина, северный, восточный. Ничего, если не будет клевать, пойдем, значит, в глубину километров на 6, как Вилли в прошлый раз ходил. Так что всем пока. Сколько у тебя уже? 30. Друзья, пришли мы на западный Кельдин, решили здесь попробовать. Серый пока закидывался, здесь глубина почти 200 метров, серый пока закидывался. 201. 201, да? Да. Вот. Пока серый закидывался, дошла пунда на 130 метрах, там что-то у него бабахнуло, ну, решили все-таки ниже спустить. Я опустил до 131 метра, сейчас попробую. Ничего, так, пойдем, может быть, посидим минут 10, попробуем. Пойдем на север Кельдина и потом куда-нибудь еще. Что? Опа, у меня почему-то на 5 метрах тормознуло. Это нормально, это стопор. На 5 метрах, говорит, остановил. Решили мы перейти все-таки с западного Кельдина на север. Люди пробежали, говорит, нахрен. Пойдем дальше. Так что вот такая вот ситуевина. Никого вокруг нас нет. Ну и как и должно быть, в принципе. Народу, в принципе. Мы приехали, народу очень мало было машин. Ну, десятка, может быть, два. То есть, представляете, сколько лодок. А 9 числа мы в прошлый раз приходили. То есть тут вообще была такая, мама, не горюй, народу. Машины некуда было поставить. Так что. О! Двойная. Дуплет. Ну, мелочь. Да. Ромарё. Улыбаемся. Что там улыбаемся? Отправляемся за новой партией. Вкусай трясочки. Стоять. Что там? Ага. Серый зацепил. Он красотулю вот такую. Опа! О! О! У меня поменьше, у меня килограммовки, у серого, ну, если шкеренная, то может килограмма, может полтора-два будет так. Ну, полторашка, наверное. У меня там что-то идет, сколько остается? 30 метров остается. Немножко можно подождать. Короче. На подходе моя рыбка. Сигнализация сработала. Пошли, тянем эту красотулю. Я ее пока сам не вижу, но она совсем близко. Близко. Еще и рыпается. Опа! Вот она! Даже дуплет, блин. Дуплет, хороший дуплет, сними! Вот она! Хороший, вот она, трясочка! Дуплет, мы сейчас находимся на северном Кельдине. Ну, буквально, может быть, километрах 5-6. Никого рядышком нет. Вот. Народ. Либо не приехал. Короче, вот, мы нашли треску, нащупали ее. Главное, чтобы нас не унесло от нее.
Так что... вот она красотуля. Вот она. Главное, чтобы она сейчас не убежала. Это самое главное. Да, кстати, что хотел сказать. В прошлый раз мы уже когда отшкерились, пошли домой, подходя к Кольскому заливу, чуть не зарулили мы на большой, такой хороший, как сказать, бревно такое. Ну, пришли, встретили Вилли, с Вилли поговорили, Женю Карпенко встретили, с ним тоже. Он сидит, у него такой 4 метра, наверное, зеленый трос диаметром, ну, наверное, 20-25, может, миллиметров такой. Вот, я говорю, ну, что, ну, так, решил пошутить. Говорю, вы, парни, друг друга моторы с толкача заводите? Говорит, нет, говорит, зашли в Кольский залив, зацепили, грубо говоря, намотало на винт этот у них. Я говорю, нормально. Я говорю, а мы бревно чуть не упоролись. Так что могу сказать, то, что Кольский залив самый засранный залив, наверное, во всем Баренцевом море. Ну и само Баренцево море как бы не особо отличается чистотой. У нас есть люди, поросята, которые засирают все это. Так что, так, мелковато. Опа, Сережа у меня сидит. Давай. Слабенько слетело с клеймы. Вот. Так что Баренцуха засрана, Кольский залив вообще. Я думал, более-менее нормальное у нас, более-менее нормальное море, но, по крайней мере, такое грязь, такое дерьмо плавает. Ладно, будем ловить дальше. Вроде как на косяк нарвались. Серый, покажи свой улов, который ты поднял. Да ты покажи, не стесняйся ты, маленькая. Нормальный, килограммчик будет. Ну, грамм 800, наверное, кило может быть. Вот такая. У меня здесь чуть-чуть еще все загибает, поднимает. Потихонечку лебедочка, 33 метра. 30 метров осталось. Вот. Все, она тянет потихоньку. Сережа, кондура спусти. Попрошаечка вон у нас. Кстати, пока шли, у нас здесь пару касаток вышло рядышком, в пределах видимости, вот так можно сказать. Пока шли до Северного Кельдина. Сейчас ловим на Северном Кельдине. Буквально у нас все. Мы заканчиваем дискуссию. Вот. И начинаем подтягивать. Опа! Что у нас тут? Малипусик. Опа! Берем за глазки. Кто-то за жабры берет. За жабры брать это, ну, пальчики можно поранить. У нее жабры, как у щуки. Там, такие колючие. Вот. И отправляем за новой партией хорошей трясочки. В очередной раз Сережа у нас опять достал мамку. Такую, ну, блин. Ну, килограмма 3, может, будет. Чищенная. Довольный. Как ребенок. Смотри. Да у меня там висит. Ты в следующий раз зубатку так поцелуй. У нас ромаха. У нас ромашка сегодня поймал. Нет, не маму. Папу. У него писюна нету, это значит мама. Нет, это я видел писюн у него. Сам лично блюдил. Сначала осмотрел его, а потом дал ему в руки. Это папа. Еще раз, ромашка, в уровень своего роста сделай. Выше поднимай. Вот такой вот. Пошкерим, узнаем, кто это. Да.
Сережа что-то тянет, я что-то тяну. Так хорошо на стайку попали. Я фиксон уже ослабил, там она еле-еле тянет, говорит, папа, не могу. Вот. Пусть она пока потихонечку, но хорошая это. Стасику говорил, говорю, пошли с нами рыбачить. Он, сиськи начал мять. Что-то говорит, не могу, не пойду. Ветер большой, смотрите, волны нету практически. Есть накатик небольшой, хороший такой. Добрый, плавненький. Добрый накатик, добрый. Да, плавненький, добрый накатик, он Сережа говорит. Все хорошо, я не знаю, не хочет человек рыбачить. Ладно, как-нибудь в следующий раз пойдет, может быть, с нами. Вилли у нас, наверное, там уже 3 тонны рыбы наловил. Он же с ночи ушел, 2 часа ночи они там, не в 2, в 2.30, что ли, как-то собирались выходить. Мы подумали то, что пока нет. И... Ладно, рыбачим в одно жало, в 2 жала, на одной лодке. Так что будем дальше. Так что, вот. Хорошо. Милая дошла. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще и за пузо. Оно... Такая же, только за пузо. Так, потихонечку ее, помаленечку. Такая же, даже, наверное, поменьше. Поменьше. Да. Да, красотуля. Так. Ну что? Отправляем. Разбьется зубатки, нет? Корешок. Головы-то. Сережа Налима тут вытащил. Вытаскивает-то. У меня там тоже что-то клюнуло. Вот такое вот. Похож немножко на зубатку, но там немного по морде видно, что это не зубатка. Так что. Ладно, рыбачим дальше. Так, вот решили помериться с Сережей удочками. Как мальчики в детском саду. Ну, этими сами. Ай! Ну-ка, доставай. Ну! Да сейчас, подожди, я ее закрутил. Да ладно, закрутил. Ну! Ну! И чё, бля? Никуда, бля, больше на больше, да. Признаю поражение, признаю. Но я ж не такой, как ты. Да не, у меня на 1.5 сантиметра больше. Да, больше. Сережа победос. Так что, ребята, смотрите. Сережа пока... мучиться со своей рыбой, мы будем. Я дальше. Уже заломал, да? Красавчик. Перчики красные сегодня в тренде. Да. С белым да, хвостиком. Надо отдать должное. Так что ловим 115-118 метров. Идет трясочка. Так. 1, 2, 5, 10. А потом переезжаем. Находимся примерно в районе северного, восточного Кельдина, где-то вот в этом райончике, между ними. Вот там оленей находится остров. Ну, что потом я порвал, не до самого, как перевязать. Потому что все-таки ближе к этой, уже пошла шершавость такая, что... Я понял. Что ты понял? У меня... На 1.5 сантиметра круче. Когда будем На хвостик. Когда будем пиписками мериться, тогда и будешь говорить, у меня на 1.5 сантиметра больше. Ну что, очередная поклевка 6 метров встала. У Сережи там что-то... 10, 9, 8. Опа! Ай, у меня блестит! А у меня сорвалось! А у меня нет. Это ерунда, смотри.
Я не понял, что это такое? Обнули ее полностью. Сколько там у тебя метров? 8. Нет? Снимай. Сейчас подожди. 8. Все равно 8 пока. На 0. Выведи ее обратно. Крути. Сейчас подожди. Попалась у меня зубатка. Сейчас Сережа будет снимать кино про зубатку. Как ее? Видели, да? Нет? Я правильно снимаю, да, сейчас? Да. Видели? Закрывает, когда голова отрезанная. И живет еще 2 часа и 3, а то и больше. Так, ну теперь потихонечку вытаскивай, иначе укусит. Так. Вот она даже сейчас кусается. Смотрите, смотрите, что делает. Какой муж сосрал. Опа. Друзья, короче, начало раздувать у нас. Мы с Сережей так подумали. Точнее, не подумали, а немножко дриснули. И собрались домой. Или в такую погоду, как бы ему комфортно, а нам нет. Так что, парни, давайте, мы пошли. Корабли стоят. Корабли, говорится, там стоят на восточке. Мы с восточки идем в сторону с северной Кельнина. Накат нормальный такой. Бодрый такой, хороший такой накат. Ребят, давайте это самое. Пошли мы, выключаем камеру пока, потом уже. Напротив Североморска мы вышли, пошкерились. Вот. Сейчас чайки здесь дерутся, голову увезем с собой. Где-нибудь на середине залива скинем. Мало ли крабики захотят покушать. А так вон. Чайки улетели. Серый там уже обзванивает своих всех знакомых. Говорит, рыбой сейчас всех накормлю. Так что всем пока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ну что, ждите следующего видео. Всем пока.